Лучшие спортсмены России встретились на ринге в Сургутском районе. К турниру «Битва чемпионов» муниципалитет готовился основательно. В Центр спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном даже купили новый ринг, чтобы вывести соревнования на качественно новый уровень. Титулованные борцы района проводили бои с опытными атлетами со всей России. Кто вышел победителем, расскажет Мария Ливанян. 20 титулованных спортсменов померились силами на ринге в Солнечном. Турнир по единоборствам «Битва чемпионов» собрал в зале 1500 болельщиков. Многие пришли поддержать атлетов из Сургутского района. Первыми на площадку вышли тайбоксеры. Хайсум Халимбеков – серебряный призер первенства России. За звание сильнейшего он боролся с тайбоксером Александром Фиданковым, у которого за плечами несколько медалей с чемпионатов страны. Настойчивость и, как отметил сам Хайсум, родные стены помогли одержать верх над соперником. По завершении трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал боец из Сигма. К этому бою я очень плотно и хорошо готовился, соперник хороший. Кемеровская школа, она очень известна в тайском боксе. Очень хороший соперник, хорошая школа. Сургутская школа ничем не хуже, как вы видели. У нас тоже есть очень хорошие тренера, хорошие спортсмены. Свои стены, своя земля очень помогает. Народ очень хорошо поддерживает, как вы видели. Это очень бодрит и хорошо настраивает спортсменов. В период, когда спортсменам сложно выезжать на соревнования международного уровня, такие турниры важны для поддержания формы. Необходимость таких встреч отметил и Олег Саитов, олимпийский чемпион по боксу, которого пригласили в Сургутский район в качестве судьи турнира. Это нужно делать. Чтобы был опыт, надо расти, 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 выше, выше. Нельзя сразу там под очень сильного, да, там, а вот постепенно надо выходить уже на российский уровень и выше. В течение вечера прошли 10 боев в трех видах спорта – бокс, кикбоксинг и тайский бокс. Битва чемпионов – это не только шанс для спортсменов проверить свои силы, но и способ привлечь как можно больше молодых ребят в единоборство. Наша задача, конечно, развивать массовый спорт. А подобные мероприятия, они для чего хороши? Это зрелищность, это азарт. Я надеюсь на то, что кто-то вот из ребят, которых сейчас много в этом зале, да, смотрят, посмотрят, зарядятся этой энергией и придут в спортивный зал заниматься спортом. В муниципалитете воспитали не одного чемпиона в единоборствах, мировых и российских рекордсменов. Из 10 проведенных боев 8 победу одержали спортсмены Сургутского района. И это, безусловно, говорит о том, насколько здесь сильна спортивная школа.